И снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня, и сегодня у нас очередная распаковочка посылочки из Китая, как всегда, на рыболовную тематику. Друзья, закинул вон на живца поплавок, видно, пока там рыскает, а мы сейчас проведем обзор распаковочки, сделаем. Итак, пришли на обзор ваблерки, друзья, 4 штуки, так, что у нас там еще, и наклеечки. Так, посматриваю. Раз, два, три, четыре. Ну, каждому воблерку пришла вот наклеечка. 4 штуки, друзья, от Beer King. Это копии на Max Quad от Jekala 115. F-ка. Вот такая расцветочка. Matte Tiger идет. Потом вот такая неоновая фиолетовая спиночка. Тоже такой яркий воблерочек. Также прозрак под Naturala. Вот такой, ну и это копченая рыбка. Друзья, становимся на одном каком-то воблере, а потом я проведу сравнение со своим оригинальным Max Quad 115. Сравним, есть ли и в чем разница этих воблеров. Достал я вот такой кислотный цвет. На первый взгляд все очень прилично, но Beer King уже зарекомендовала себе положительно фирма, так что я думаю, что воблера будут рабочие. Крючки уже у них, как всегда, идут острые очень, петли надо все-таки просматривать, может, где есть какие-то нюансы подоклеить, если сомневаетесь, где-то пустое пространство, что может воду пить, лучше все-таки проклеить. Ну, а так сам по себе качество воблера, друзья, на высоте, вот. Boik Squad, Beer King их назвал, Boik Squad 115 F-ка. Воблера, если брать в оригинале, очень рабочие. Эти пока не разловлены, так как только пришли. Погремушка. Здесь есть система дальнего заброса. Даже, друзья, возьму такой натуралчик. И на нем, там где видно, вот шары катаются. Это и есть система дальнего заброса. Потом в камере есть вот здесь два шара, в конце один шарик, и спереди побольше, ну и пластина для балансировки. Воблерки мне очень понравились, просмотрел я все, друзья, а как они будут в работе, надеюсь, что будут рабочие. Сейчас мы просто потом немножко сравним с оригиналом. А вот, друзья, оригинал от Max Quad, а здесь копия. Посмотрим на погремушки, как, а чем отличается. Практически, друзья, я бы сказал, никакой разницы сутевой я не ощущаю. Ну так, пройдемся по лопаткам давайте. Лопатки практически одинаковые. Только в оригинале матовая, здесь прозрачная лопаточка. Также по толщине, друзья, копия, мне кажется, немного потолще. Посмотрите, если будет видно, да, ну что-то есть, она немного как-то выглядает потолще. Длина у воблеров одинаковая, вот в таком виде, друзья, приближу. Да, есть разница. Max Quad в оригинале 115, он идет телу поуже. В копии от Beer King оно немного потолще, покруглее оказывается. Ну, как всегда. Копия есть копия, жаберная крышка практически одинаковая, только здесь как-то она более рельефней. Глаза джекаловские красные 3D, биркина прозрачные 3D. Этот у меня ловит и неоднократно приносил мне щучку, эти пока не разловлены. Живец мой плавает, пока без поклевочек, но надеемся, что может что-то и вытянем. Вот, друзья, таких 4 цвета пришло на обзорчик. Повторюсь, на первый взгляд все в воблерах супер. Ну и сейчас на пруду не испытаю, только вот на реке. Так как пруд затянул льдом и нет практически мест или окон, где бы можно было испытать. Ну, может, где-то сниму отдельное видео игры об этих воблерах. Ну а если кого-то очень интересует, где-то на просторах YouTube я видел, кто-то уже рассказывал и показывал игру этих воблеров. Кого заинтересует, может найти.
А всем, друзья, кому понравился вот такой небольшой обзорчик на природе воблеров от Birkin копии на Jagal Max Quad 115, лайкайте, жмите на палец вверх. Не забудьте, друзья, подписаться на канал. С вами был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока-пока.